Итак, новая глава в информационной войне между Россией и Европой. Европейский парламент принял резолюцию, в которой, по сути, приравнял угрозу, которая исходит от группировки «Исламское государство», к деятельности российских СМИ «RT» и «Спутник». Резолюция называется «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В число этих третьих сторон и попадает Россия. В документе отмечается, что информационную угрозу для ЕС представляют телеканал «RT», агентство «СМИ», «Спутник», фонд «Русский мир» и агентство «Россотрудничество» при российском МИДе. Также в резолюции указано, что Москва оказывает финансовую поддержку оппозиционным партиям в Европе. И все это делается в рамках гибридной войны для того, чтобы, процитирую, «исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами Союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров». Пришло время, чтобы Европейский парламент признал вызовы информационной войны и выработал свой ответ. Теперь это очевидно. После того, как на примере Брексита и предвыборной кампании в США мы увидели, как работает пропаганда и как пропаганда стремится ослабить Европейский Союз. Российская пропаганда в резолюции упомянута в одном ряду с угрозой, исходящей от террористов из Исламского государства и Аль-Каиды. Эти организации, отмечаются в документе, еще одна цитата, ведут активные пропагандистские кампании с целью скомпрометировать европейские ценности и интересы. Кстати, это вызвало критику со стороны некоторых европарламентариев. Один из них, испанец Хавьер Коусо, назвал подобное сравнение безответственным. В Москве на резолюцию отреагировали на самом высоком уровне. Президент Путин раскритиковал документ, а сотрудников RT и «Спутника» поблагодарил за результативную работу. Это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представление о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала резолюцию Европейского парламента информационным преступлением. Ну а глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил ответными мерами в том случае, если в Европе будут противодействовать вещанию RT и «Спутника». Добавлю, что только на деятельность RT российское правительство в 2016 году выделило больше 300 миллионов долларов.